Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите, пожалуйста, к нам в гости. Хочу познакомить вас с своей большой семьей. У нас 4 доченьки. Старшую зовут Елизавета, ей 14 лет. Вторая у нас Екатеринка, 4 годика, стесняшка. Ариша, 2,5 годика. И Златочка, который исполнился в апреле годик. Мужа зовут Дмитрий. Самый замечательный, любящий, внимательный муж. Это самое главное. Мы хотели мальчика, но поняли, что не судьба. И у нас теперь получился замечательный цветник. Настолько счастлив, что у меня столько девочек. Они же меня под дверью ждут, когда я с работы прихожу. Знают время, часов не знают, а знают время, когда я прихожу и ждут, и плачут, а где папа? Если честно признаться, сложности не чувствую. Наверное, с двумя было сложнее, чем с четырьмя. С одной мне было сложнее. А когда стало их много, ну, не знаю, как-то весело, интересно, время быстро проходит. Я работала декретным инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью. Я скучаю по работе, я работу свою очень люблю. Но мамой мне очень нравится быть. Сейчас мне немножко сложно где-то, как порой. Они маленькие, зубики идут, и первые шишки, и первые какие-то эмоции, обиды, ушибы, падения. Но когда они вырастут, и когда они состоятся как люди, достигнут своих целей, то, наверное, ничего главнее в жизни нет. Это будет самое большое счастье в моей жизни. День многодетной мамы начинается с того, что я бужу своих девчонок. Каждое утро мы просыпаемся, идем умываться, чистить зубки, завтракать. Девчонки, идемте кушать, пить чай. Катерина, Катюшка, пойдемте пить чай. Ну, скорее. Красавицы. На кухне я провожу большое количество времени. Потому что мне постоянно приходится готовить, кушать на свою большую семью. Хозяйка замечательная. Так вкусно приготовить не каждая сможет. У каждого свои запросы, поэтому надо готовить всем все в индивидуальном порядке. Поэтому на кухне я провожу очень много времени и попросила мужа повесить для меня телевизор. Потому что я в зале до телевизора не дохожу. Сделала для себя день мамы. Ну, наверное, утро мамы. Только единственное получается у меня со всей недели. Я бегаю. Я встаю рано, часов в 6 в субботу или воскресенье и совершаю пробежку. Пока детки спят, я могу что-то сделать для себя. Я люблю краситься. А я очень люблю экспериментировать с прической, с окраской, со стрижками. Для мужа, естественно, я всегда должна выглядеть хорошо, красиво. Каждая женщина, каждая девушка, каждая девочка, она мечтает о переменах, поэтому я думаю, что это будет не лишним, вот эта перемена, и мне приятно будет, и ей очень будет приятно ощутить себя и увидеть в другом образе немножко. Все меня поддержали, все сказали: мама, молодец. Нашей мамочке, конечно же, не нужны перемены, она всегда красива, как цветочек, но и надо же, конечно, показать папе, какая она самая красивая. А у нас в этом году очень будет замечательное событие. В 20-х числах декабря мы ожидаем получения жилья. Мы сейчас строимся как многодетные. Поэтому мы в ожидании большого-большого счастья. Наверное, это тоже сподвигло к тому, что надо себя менять. Детки подросли, хочется освежиться, поменять себя, немножко преобразиться и сделать сюрприз для своего любимого. Я, наверное, ничего не боюсь. Я почему не боюсь? Потому что я доверяю профессионалам, я доверяю стилистам. Наверное, девчонки, люди-стилисты знают, что они делают, знают, что человеку подходит, где надо скорректировать его внешний вид, его, например, стиль одежды, либо мейкап, или же стрижку, или окраску волос. Я доверяю полностью профессионалам, и я очень готова и хочу.